Ага. Привет, Витёк здесь, и это шары. Собственно, я немножко похож на шар. Собственно, мы все немножко похожи на шар. Так что нужно обязательно играть в эту игру. Всем. Плюс ко всему. А, значит, что мы тут сделали в прошлый раз? В прошлый раз был пройден циклоп. На золото все-таки была пройдена гонка на скорость. И мне тут донесли люди. Говорят, что тут можно еще юнитов открывать. Чтобы открыть юниты, нужно пройти специальную штуку. Остров циклоп, вот юнитное испытание. Тогда открывается дополнительный новый юнит. А здесь что такое? А здесь просто полоса препятствий. Так. Макаронная страна. О, боже мой. Начало времен, там макаронная страна была. Так, ну давай, значит, пошли, откроем вот этого юнита, а потом пойдем сразу дальше по сюжетику. Давай, юнит на испытание. О, айди, шары разные есть. Смотри, куб веков. Плохо катится, но всегда носит максимальный урон, сотрясает саму землю при приземлении. О, надувная корова. Надувные коровы ничем не хуже надувных валунов. Ха-ха, я помню. И овечий ком. Так, обычный шар, смотри, прочность 2023. Скорость у него большая, ускорение маленькое. С коровами, так, там вот это вес маленький, да? Прочность маленькая. Ну вот, как по мне, овечий ком-то получше даже, чем корова будет. Смотри, у него все покруче. Скорость побольше. Ну, то, что вес чуть побольше. Урон побольше. Ну, я не вижу смысла ее. Мне кажется, здесь надо за обычный валун катать. Они, конечно, прикольные там штуки эти. Ага, смотри, я могу ставить здесь только быков. А здесь уже какие-то быки стоят. Стоп, а где я должен ставить-то? Пушка. Старт, пушка. Бдж, выстрел. Прилетает куда-то вот сюда, да? А-а-а, за нами выехали! А что тут такое за завалы такие страшные везде? Так, ладно, пора ехать. Та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-ра. Бам! Чуть колонну не снес. А-а-а! Господи, в пекло в какое-то прыгнул. Снова в колонну. На! Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. И сюда надо в пушку, да, попасть? А как в нее попасть? Вот так? Секретным обходным путем, да? На! Бум! Прям в Насяндер. Опа. Батут! Вау, это батут. Это что такое? Ускорятор? Вау! Ускорятор! Вау, круто. А тут еще бычара стоит. Че? Против быков, что ли? Битва с быком. О, нифига себе, меня закинуло. На! Главное подпрыгивать в тот момент, когда он топчет. Е-е-е, завалил! Завалил быка! Что дальше делать? Я победил? Я, кстати, да, я макаронный монстр. Я вначале немножко это поменял. А, аватарку. Теперь я спагетафарианин. Не, спагетариан. Ну, вы меня поняли. С тефтельками. Это так мило. А, так, ладно, прошел. Все, пошли вдоль. Погоди, а у меня 8 звезд. Где-то было что-то за 8 звезд, я помню. Нет? А вот, за 8 звезд, смотри. Трибушет. Бросает несколько камней на большое расстояние. Не может стрелять по лунам вблизи и не может повернуться. Так, следующая картень. Рим.
Ну да посмотрим, что время нас ждет. Юлий Цезарь. Эй. Эй. И ты, Брут? Чё он на Путина похож? Это ты испугался, сдрейфил. Иго Бористок проколол. Сейчас статуя на них уронит на обоих. Нормально, я теперь, наверное, каждую серию буду за нового кого-то играть. Они такие прикольные, такие живые, такие щечки у него прикольные. Напоминает игру про убийство короля, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, ну я могу типа пару валунов взять. А что такое пусто? Надо ли мне пару валунов? Я на самом деле не вижу смысла. Вот в других пока валунах, может, другие будут прикольные, там какие-нибудь взрывные, вулканические, но вот эти не такие. Хотя, может быть, я просто уровень не видел, может быть, потом придется поприменять их. Так, значит, банк, конечно же, берем. Так, липкие человечки, балбесы, безобидно блуждающие болваны так и ждут, пока их что-нибудь переедет. Нарушители спокойствия постоянно встают на пути. Замедляют. Надо брать трибушет, надо брать небесного быка, конечно же валуны, обычные штукенцы и... Липких коров? Не знаю, боевые слоны как-то что-то не очень, мне кажется. Да и липкие коровы тоже. Балбесов взять, ну балбесы они вообще просто встают в пути. Давай липких коров, кричат. Давай липких коров, хорошо. Я готов. Я-ха! Так, покажите мне, где здесь у вас шахты. Оп, вижу шахту. Все, три шахты есть. А, вот еще шахта была. Ладно, хрен с ней. Так, это я отсюда поеду. Погоди, а куда я приеду? Ага, батут. Все, понял. А что если к батуту не пустить? Во-первых, лучше всего не пустить вот сюда, да? Перекроем это дело. А вот на повороте перед батутом можно устроить просто адскую месиво. Можно прикрыться. Трибушет, насколько далеко ты стреляешь? Ой, как он далеко трибушетит. Ложечки, кошечки. Адский бык-бырык. Бык-бырык-бык-бык. Или вот сюда за стенку его. Вот сюда за стенку. Тут несколько хороших. Деньги, что ли? А, деньги все ушли. Все, денег нет. Готов. С, я поехал. Па-па-па-ру-пау! Так, шахты не вижу. Тан-тараран-тараран-тараран-тан-тан. О, у него рубилки есть вот эти вот. Липкую корову поймал, господи! Ломай! Ра-ра-та-та-та-та-та. Ту-ру-ру-ту-ту-ту-ту-пау-пара-бара-бам. Говна кусок, я нашел твою шахту. Он еще и мины там поставил. Обожаю классику в современной обработочке. На, вошел со свистом.
Ух ты, тут меня ждут. Кстати, надо штуки разрушить. Они потом будут еще надоедать много раз. Так, это можно объехать. Корову забираем. А, корова, цепись! Та-та-та-та-та-та! 160. Нормально. Максимальная скорость, поврежденный валун. А, где его валун идет? Тоже приехал. И чего? Что, ну тут просто все снес и все, да? Так. Дополнительные редуты. Небесного быка еще одного. Двух. Трех. Будем просто блочить его здесь. Адски блочить. Адски блокать мы будем его. Опять денег нету. Так, деньги дай. Еще деньги есть. Звук падения слышу, не вижу где. Стоять. Надо еще пару катапульт воткнуть. Поехали. Где я? Тихо, 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 тормози. Шахту нашел. Вали шахту. Пара-бара-бам. Хорош, идеалити. Идеальное пробитие. Перепрыгиваем. Ай! Эти штуки нам нипочем. Мы умеем от них уворачиваться. Я умнее бота. В корову влип. Стойте, стойте, стойте. Коровы мне не нужны. Нормально, они хорошо сели. Блин, опять на корову сел. Да блин, отпусти ты меня, корова. Нормально, максималочку вообще. Максималочку выдал. Так, где его? Его валун тоже приехал. Ну тут по скорости просто надо быстрее тогда выезжать, и все, я уже не сдержу. Как он проехал так? Эпично. Может, липких коров здесь поставить еще? Больше требушетов. О, раздал. Жалко, что я вообще не видел, что там у него происходит. Ну, собственно, надо просто быстрее выезжать, быстрее бы доезжать, и все. Как-то эти быки хреново работают. Может, у меня баллисты не работают, я просто не смотрю же. Все, поехали. Он тоже едет. Все, надо просто по прямой к нему ехать на базу. Прям не отвлекаясь на всякое говнецо. Стоять, бояться. Та-да-та-та-та-та. Фига себе. Фига себе. Фига себе. Я прям на анлиме каком-то шпарю. Меня никто остановить не может. Он там залип на корову, улетел куда-то у меня, я смотрю. По мини-карте. О, идеально просто. Идеальнейшее прохождение, ты посмотри. 195. Посмотрим, как у него там. Трибушет сломал, трибушет его откидывает обратно, смотри, он падает. Хорош! Давай, бычара! Опять трибушетами, смотри, его назад сбрасывает. Может, я его валун развалю? Погоди, погоди, погоди. О, нет, его сразу... О, все, 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 пора. Пора. Проскочил все-таки. Ну вообще довольно легко.
Что такое заткнуть? Я какой-то кулак разблокировал. Coffin Dance, да, это Coffin Dance. Юнитные испытания? Давай. Кричат, что ХП не видно, поднимись. ХП, поднимись, понял тебя. Так. Какие-то шары новые появились, смотри. Лев веков, валун с большим апатитом. Или аппетитом. Ну смотри, у него максимальный урон 210 уже. Чуть меньше здоровья, но я за него. Земной шар, его спутник, можно нести урон близлежащим препятствием. 220 урон, вес 117. Ускорение очень маленькое. Скорость маленькая. Кулак веков. Приземление кулаком на землю создает ударную волну, которая наносит урон близлежащим юнитам. О, да. Я за кулак. Я за кулак. Так, что, три крутилки какие-то, да, на выставить? А я что-то еще не готов. А ко мне уже едут. Мои танки убивают. Следите за танками. Мой кулак, смотри, реально кулак. О-о-о-о. Он, может, собирается дольше просто, чем обычно валун, кстати. Капец, его невозможно остановить. Я в какую-то лаву запрыгнул. Лови ускор. Там какой-то танк. Капец, он вообще неостановимый. А, ну как так-то? А что, ем большой ничего не делает? Он первый доехал. Так. Да, надо на скоростном ехать на каком-то. Самый скоростной у меня обычный валун, ребят. Придется за него ехать. Вот он как бы выходит. Ну, поставить этих танков где-то тут. Все, я готов ехать уже. Давай, поехали, поехали, поехали. Что надо на скорость быстрее него выезжать и все. Ничего не строить. Просто быстрее ехать. Та-ра-ра-ра-ра. Ту-ру-ру-ру-ру. Деньги! И разрушение. О-о-о-о, тихо! О, он на кулаке едет. Парабам, парабам, парабам. Что как-то ставит тут все. На. I'm in. Гаси его танк. Все, победа. Па-п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 ам-пам. Все, я выиграл. Еее! Вообще просто по фасту надо выскакивать и все, я понял в этих картах. Так, мы скоростную гонку попробуем. Давай, один раз. Один заезд. 36 секунд кто-то сделал. Нет, бомба! Погнали! Я не помню, здесь уже карта какая была. А, тут с этими, да? Все, понял. Здесь наверняка как-то прыгнуть можно адски. Иначе как народ такие делает сумасшедшие
скорости. Какая-то трасса странная. Не такая, какая была. Воу! 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 Слишком сильно раскатился, наверное. Надо было тормозить, чтобы далеко не улететь. Боже. Слишком быстро. Но я первый раз трассу вижу. Здесь нужно было притормозить. Либо еще быстрее ехать, да? Чтобы перепрыгнуть сразу на ту сторону. А как они за 30 секунд-то там проходили это все? Я ничего не понял. Такая трасса длинная. Куда ехать-то, блин? Я запутался уже. Здесь явно нужно как-то прыгать. Поэтому скругленышу надо ехать 100%. По бровке! Нет, ну как так? Кто эту колонну там воткнул-то вообще? А, архитектора на яйца, за яйца повесить. За шары за его повесить, архитектора этого. Ну как так можно было, а? За 30 секунд. Это издевательство, как... Я еще и взорвался. Я даже не доехал. Время для золота минута 30. Где шорткат, признавайтесь? Вот здесь можно было наверняка прыгнуть, да, на разгоне? Я вот тут шорткат сделал маленький, и все. Но тут в расчете все равно того, что ты просто хорошо едешь. Это очевидно. Так упол раз, мрамор разбил, а? Ну что ты, как ты едешь, а мрамор весь побил? Бам, опять мрамор побил. Да что ж такое-то, а? Сейчас архитекторские изыски пойдут уже скоро. Ну что, попробуем через верх? О, боже мой, это сложно будет, мне кажется. Проще вот так, через колонны, через эти. Хотя бы доехать просто. Минута 30. Так, ну минута 30 я уже не взял, да? Ну, в принципе, пара интересных шорткатов, и я бы минута 30 взял бы. Три секунды не хватило с половиной на золото. Ну, то есть, теоретически это можно сделать. Прям вообще изично. Ух. Хорош, ладно, серебро взяли достаточно. Киберкотлеты, говорят. Ну, 36 секунд это киберкотлета 100%. Вообще без вариантов. Так. 12 звезд. Мы можем что-то себе новенькое позволить? Вот здесь, смотри, что-то есть. Монгольская империя. А, не, это уже уровни следующие. А какой-нибудь юнит крутого открыть. Вот, смотри, 12. Маяк какой-то сумасшедший. Кипящее масло разблокировано. Супер. Там 14. Там уже денег нету. Так уж здесь и много стран. А, не, вот здесь 90 есть. Тогда довольно много. Тогда прилично. Ну, я предлагаю отправиться в Индию. Надо все-все-все закрывать на максимум, чтобы пройти. Закрою еще. Индия! Болливуд! О, тигра! Нарасима! Дурка! Я надеюсь, я правильно читаю, хотя вряд ли. Вараха!
Бали. Индия. У меня тоже много рук, ничего не знаю. Или это не руки? Круто. Индийский Люди Икс? Ну да, индийская мифология всякая. Так, ну... Че, я все-таки за... Я хочу все-таки за кулак веков пойти. А что-то я новенькое открыл. Вот эти танки, что-то я не впечатлился, если честно. Они проламываются одним махом. Небесных быков, говорят, надо повдоль расставлять. Ну ладно. Трибушеты прикольно в воздухе прям стопят, да? Мы запомнили это дело. Такие штуки тоже берем. Пока набор тот же. Не вижу смысла ему изменять. Так, ну, попервой что? Мы ищем сначала, где банки поставить. Банки я поставил. Чё, золото не берется. О, делось. Так, значит, он поедет отсюда. Могу золото. Прыжок. 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 Ага. Что это за башня? Куда ты поехал? Стоять бояться. Так, поперли. Так, такие нотки прям клевые, да, прибавляются. О! Фига себе, он проходит как нож сквозь масло. Через эти стены все. А у него огненный валун. Делать это, прыгать. Пыу. Еще банк. Так, быки его ловят там. Индийские слоны. Так, он тоже трибушетов воткнул. Хана слону. Так, он приехал, да? Будешь пол хп мне сразу снес. А я ему нет. А не, он мне тоже столько же где-то. Так, смотрим, что он мне тут разрушил. Сносил дофига всего. Нормально я, да, наклал? Навалил, я бы даже сказал. Что-то этот сильный валун-то, кстати, долго собирается. Мне это не нравится. Так, он поехал. О, слушай, неплохо его молния выбивает. Пора. Пора моему валуну пойти в атаку.
Погоди, что это он тут подложил мне? На! Хана слону. Что, у него вентиляторы есть? Вентиляторы крутые, я помню. Так. Блин, поймал корову. На борт взял корову. Так, отлично, там скинули его шар. Фу! Ну, почти попал куда надо. Блин, мне проносит здание уже. Куда это я? Какое дело я всрал, да? Куда ехать-то я запутался? Мне кажется, это слив. Поэтому я атакую его кучу золота. Да елки-палки, понатыкал своих вентиляторов, а? Нормально удержался. Он уже поехал. Так. Значит, наша задача сейчас каким-то образом убить его шар, ребят. По-другому никак. Иначе я всру. Так. Что я быков? Ставил. А, так, трибушеты. Я уже не успеваю ничего построить. Мочим, пацана. Душим, ему нельзя пройти. Отлично, готов. Завалено. Супер. Теперь у меня еще шанс пройти. Мне кажется, я вот этот трибушет как-то бездумно поставил. Хотя ненормально, они там вдаль будут стрелять. Окей. Главное мне теперь доехать, я победил. Опа. Нормально. Уж как у него быстро валуны-то восстанавливаются. Коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп. Дерево инкаминг. Стоять. Так. Слон. Мельница отлично пройдена. Лавируем. Отлично лавируем. Кэсси тут минку наложила. Жесть, полволуна снесло. Сраные бочки. Инкаминг. На! Мой шар-кулак. Шар-кулак. Даст тебе кулаком. А, я опять его шар уничтожил, прикинь. А, разрушенные волны быстрее восстанавливаются, да, я вспомнил. Мне пишут, что здесь некоторых юнитов можно улучшать на кнопку Y за доп-слот. Если я открыл это улучшение. Прикольно. Прикольно, то есть я мог это. Видите, я открыл же себе масло кипящее, я мог стенки себе улучшить. Слушай, ну я не знаю, кто там писал, что эта игра стало сложнее намного, и что на нормале у всех жопы горят. Я пока этого не чувствую, ребят. Пока совершенно адекватная нормалу сложность. То есть не всегда ты можешь это пройти сразу, но если постараться, булочки так поджать немножечко,
поднапрячься, то в принципе окейно так получается. Даже на уровне казуала, а не киберкотлеты какой-то. Собственно, окей. Кстати, мы ни разу не посмотрели, что вот это было за... Кстати, здесь такого нет уровня. Вот смотрите, какой уровень, в дырочки надо попадать. Остров циклопов, спуск во луна. Я, кстати, на других такого не вижу. Очень интересно, что это такое. А вот тут есть спуск во луна, кстати. Ну, может быть, здесь и посмотрим в следующий раз. Но сначала, конечно же, откроем... супербашню какую-то. Ну, ладно. Это будет уже в другой раз. Вы же понимаете... А пока спасибо за внимание. Нужно больше золота и больше лайков. Подгружайте в описании ссылочку на плейлист, на группу ВКонтакте. Всем пока!